На глубине около 2 метров был обнаружен артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Рабочие обнаружили его при разрытии котлована. К счастью, снаряд, несмотря на то, что хорошо сохранился, не сдетонировал, даже от контакта с ковшом экскаватора. Есть версия, что снаряд был выпущен с борта военного судна и не взорвался, предположительно, из-за того, что столкнулся с землей не перпендикулярно, а настильно. Дежурную часть отдела МВД России по городу Анапа поступило сообщение о том, что по адресу Анапа, улица Гоголя, был обнаружен артиллерийский снаряд при проведении земельных работ. На месте происшествия выставлено оцепление, ждем группу саперов. В течение часа прибыли специалисты из военной части ВДВ. Боеприпас, по мнению специалистов, опасен, так как при выходе снаряда из канала ствола возводится взрыватель. Часть взрывного вещества успела разложиться, но если подвергнуть боеприпас высоким температурам или сильному удару, то возможен взрыв. Опасную находку увезли для последующего уничтожения. Вадим Родин, Анапа регион.